Гарантированный срок службы аккумулятора исчисляется стандартным ресурсом от 2 до 4 лет. И многое зависит от длительности его эксплуатации. Полным процессом заряда, это примерно до 8 часов. Обслуживание аккумулятора в периоды неработоспособности, то есть зарядка аккумулятора каждые 3 месяца. И самое главное для него это полный цикл заряд-разряд. Порой мы сталкиваемся с различного рода неисправностями, связанными с неполной зарядкой аккумулятора в период его эксплуатации. Конструктивно аккумулятор содержит несколько банок, связанных между собой последовательно. Визуально никаких изменений после их осмотра мы не обнаружили. Теперь произведем замер по току каждую из них. И вот наталкиваемся на ту неисправность, которую и предусматривали. Одна из банок практически не имеет никакого заряда. Теперь мы с помощью источника питания постараемся восстановить ее, пробив более мощной силой тока пластины электрода. Делать это необходимо кратковременно, дабы не нарушить изоляцию диэлектриков и не перегреть банку. Теперь соберем конструкцию в обратной последовательности и поставим на зарядку. Этот способ восстановления проверен неоднократно, поэтому ресурс аккумулятора мы продлили. Будем надеяться еще на год.